У меня будет собака, блядь, да. Сейчас мне везут щенка. Вот так. Да, мой хороший. Где пес? На даче. Вот так. Вот. Видишь? Такие. Опа. Да. Шелби, все. Нет, будем посещать, навещать там. Ну, наверное, что-то получится. Что-то получится. Ну, серьезно. Чего так сложно фотку уж лично показать? Да, 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 ребят. Ну, приеду в Москву, все сделаем. Ну, сказал же, ну, сказал же. Ну. Покажи его в видео. О, посмотри. Какой усыпил, съел. Пожарил, блин. Вы чего? О, посмотри. Покажи его в видео. О, вот такое блюдо. Это котлеты. Котлеты. Да привет, 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 пацаны, привет. Морская пехота. Наталья, морская пехота. Морская пехота. На даче. На даче. В принципе, неплохо. Да. Нормально. Все идет своим чередом. Именно так. А что, кто-то сомневается? Вы что, во мне сомневаетесь, что ли? Мармаша. Мармаша есть, блядь. Мармаша есть. Ну, по три. Что там у нас? Ё-моё. Хлебушка поджарим. Делаем вкусно. Ну, делаем вкусно. Газон косить уже нет смысла. Я с удовольствием. Я говорю, завтра. Серег. Фонтан Дона Симона работает. Да, струячит. Мост, пролив. Ну, как-то потихонечку все как-то фуциклирует. Фуциклирует, я не знаю. Привет, узнал. Да, Макс, узнал. А вечером, пацаны, пойдем в баню. Ребятам тепло было. Вон они, оружие. Я деда водил сегодня ботинки. Вот такие, ебать, такие, вот такие, блядь. О, ладно, 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 ладно. Что ты рычишь, блядь? Пацаны, заказывайте музыку. Музыка 500, любая песня. Сейчас окажем. Пожалуйста, любая песня. Согласуй. Ну, напиши, какая. И согласуй со мной. Бля, бухнуть бы надо. Вот это уже готово. Это ладно. Мы сейчас все это сделаем красиво. Делаем красиво. Девочки подъедут, угостим. Загружаем мясо. Загружаем мясо. Вкусно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, он, я говорю, он от меня вообще не отходит. Смотри, пацаны. Вот такая штела, блядь. Да. Смотри. Смотри, какая плечь. Какая плечь? Вот это я понимаю ужин. Вот это я понимаю ужин. Ну, как бы да. Все. Вот так. Мне выделили пиво. Звоню УВ. Не хочу расстраиваться. Мне уже поставили диагнозы там туда-сюда. Ну, ладно, поставили, поставили. Это ж надо было такое, блядь, додуматься, дожиться. Так, девчонки. Да, вообще неохота. Все новое, все интересное, все, ну, как, динамика другая, туда-сюда. Дай-ка мне сигарету. Алло, Вася, ты где? Скучаешь по каким-то моментам именно с Викой. О том, что не хватает в новой жизни с Натальей и детьми. Честно? Вот честно. Вот хорошо, скажу честно. Было и было. Вика, она просто меня позиционирует как некого ребенка, там, я не знаю, там. Да особо нет. Особо не скучаю. А знаете почему? Потому что я сейчас просто делаю то, что я хочу. Она очень много своей жизни отдала своей работе. Только, к сожалению, блядь, к сожалению, это никто не оценит. В ее случае. Ей просто скажут, ну, спасибо, там, цветочки положат, блядь, на кладбище. И все остальное. Ну, дай бог ей здоровья, конечно. Она меня похоронила, блядь, она меня похоронила вообще два раза уже, пацаны. Два. Чтоб вы знали. Два.
Меня уже похоронили в марте, и еще мне дали 2 года. Дело не в этом. Я даже на это не злюсь и там никак на это, ну, не реагирую, там все остальное. Вот, но я скажу так. Никогда. Никогда, никогда и никогда. Врач-профессионал никогда не скажет своему пациенту, когда он умрет. Вот это разворот, бля. Никогда, никогда он ему этого не скажет. Он будет его тянуть до последнего, до конца. А мне уже все определили, бля. Левая нога, тромб, сердце. Спасибо большое. Это Виктория Викторовна. Я считаю, что так делать не надо. Если честно, так делать не надо. Я вот, я еще раз говорю, если бы я был профессионалом, там, ну, каким-то там наук, этим, как его, врачом там, я бы никогда так не сказал. Я бы все равно там оптимистично там человека настраивал. Ваша жена, отец. Ее сбила машина. Ее перебило надвое. А я умираю. Я бы никогда так не сказал. Я бы все равно там оптимистично там человека настраивал. По-моему, все хорошо. Джип едва задел тебя. Там и все остальное. Я знаю, что я до 96 лет доживу. Я знаю, да. Так кушайте, кушайте. Ау, ты иди покушай, потом пойдем пройдемся. Может быть, не знаю, если мне сил хватит. Еле в забегаловках, блядь, каких-то там туда-сюда. Ну, по приколу просто, по приколу. Денег-то дохуя, это понятно. Скучаешь по каким-то моментам именно с Викой? Да особо нет. Особо не скучаю. Денег-то дохуя, это понятно. Дело не в этом. Не свисти, говорю! Денег не будет, примета такая. Денег-то дохуя, это понятно. Тащи мне виски. Сам пойду, ладно. Ну все понятно, осень. Все, видишь, завяло. Расперскала синего. Хорошо. Опа, бля, сейчас, секунду. Опа, раз, два, три. Бля, сейчас. Опа. Это я свистнул. Свистнул, пацаны. Вот такую. А? Украл. Вот. Да, украл. Да. Такую штуку. Именно так. Дай-ка я песню свою поставлю, блядь. Мне нравится. Просто, ну, понимать за что. За деньги, да. За деньги, да. За родину, да. Россия, Россия, вот, ну... Ну, я скажу так, что, наверное, мы движемся в правильном направлении. Мне много чего не нравится. А что? В стране и в мире, блядь. За пацанов просто. За пацанов. Просто за пацанов. За нас пацанов! За пацанов, блядь. За пацанов, которые там. Надо будет, бля,
я буду крутой, блядь. Я сказал, кому эти, блядь, награды? Кому? Кому? А вот туда, да. Увидимся мы с тобой. Время стало лучшей из наград. Отец, отец. Увидимся мы с тобой. Дела не ждут, отец. Я хочу быть тебя достоин. По дороге твоей через жизнь я иду. Отец, я хочу быть тебя достоин. Накинут бабушки платки, сидят холодные на скамейке, хлопочет, кружится листва. Да. Дождем смывает все, что было, надежно зона остановила. Какая осень в лагерях! Алиси будут так кружить. 9 мая наденем. Погодные условия, погодные условия. Серега, ты доживешь до лета или нет? Думаю, да. Алло? Думаю, да. Думаю, да. Думаю, да. Потому что я тебя жду летом на свадьбу. Я люблю тебя, Серега. Чао! Чао! Пока. Да, пацаны, блядь, да мне все родные, блядь. Так, сосредоточимся. Раз, два, три. За Россию. Мусь, принеси мне виски. Мы добьемся результата. Мне все надо. Бабки, тёлки, блядь, все. Девчонок надо каких? Конечно. Не надо ему никаких девчонок. И что это такое начинается? Пора закругляться. А я пока сижу. Я буду колол. Так, ну-ка. Эти, блядь, цветы, блядь, сраные, блядь. Ахуй, блядь. Вот эти, блядь. Ебал ты с этим букетом, блядь. Выкину нахуй, блядь. Выкину нахуй. Ну как ты, Серега, давно с Викторовной общался? Вчера. Вчера, честно, переживает, она любит тебя, как думаешь? Конечно, думаю, да. Ну, все, на связи. Давай, Серега, прекращай бухать. Вот вылей в раковину остатки пива и скажи, бросаю пить всем назло. Это Гробовщик со срочным включением. Всем шаломчик. Короче, с этой минуты Черногорский будет уничтожаться потихоньку как личность. Поэтому Черногорский, sorry not sorry, это война. И не забывай, кто ты, поганый мент. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все. Вот так вот. Вы позвонили в приемное отделение психиатрической больницы. Здравствуйте, Сергей. На связи фан-клуб «Добра и позитива» Сергея Симонова, город Синтра, Португалия. У меня к вам вопрос. Скажите, когда вы пошлете нахуй Арнольда Черногорского? Потому что, извините, ни у одного канала нет нарезчика, народного нарезчика, пидораса и мента. Пошел нахуй. Скажите, пожалуйста, когда вы его уберете? Назовите полное имя больного. Гробовщик. По какому адресу забирать? Город Синтра, Португалия. Одну секунду. Дайте ответ, Сергей, когда вы его уберете, данного человека? Бригада уже выехала, ожидайте. Все, Эльза и папа. Да, да, братух. А, чё? Алло. Ну, рассказывай. Здорово. Здорово, здорово, да. Черногорский Арнольд, кто такой там у тебя? Ты, сука, тут жара, блядь. Мой создатель звонит. Тебе, блядь, которые на
Ты в записи или что? Ты в записи? Ты в записи или что? Вообще не слышно ничего. Илюх, ну правда не слышно. Ты попробуй там эту, как ее, там, этот... Какое дур... Вы что, угораете, что ли, куда вы меня... Спич закончился. Короткий, блядь.